Disney Software и Sega. Да, это Mickey Mania, ребята, 1994 года. И, собственно говоря, Great Review. Мы вспоминаем любимые игры детства. На этот раз на Sega. Да на разных на платформах мы вспоминаем. Так, 18 ноября. Отлично, прекрасно. Так, ну что, черно-белая... Ночь. Вообще игры про Микки Мауса — это отдельный вообще разговор. Они были великолепные. Ой, ой. Так, тут надо на ящичек. Не успели немножечко. Игры про Микки Мауса — это отдельная эпостасия, так сказать. Да что, да что ж такое? На время сейчас смотрит. А время есть ли у нас? Тихо, держись. Держись, пацан. Отлично. Конечно же, очень много... Ну, самое главное, это мультфильмы про Микки Мауса существуют. По-другому никак. По поводу игр, я не знаю, много ли их в природе, но я думаю, что все-таки их достаточно. Так, а что? А, о-о-о. Так, стопэ. Ну-ка, ну... Такой четкий прыжочек, а? Ау! Вот так, засранец. Ой, ой. Так, давай-ка. Сейчас мы эту гадину... А вот так мы ее... А вот так мы ее. Что могу сказать? Игра непростая. Вопросов нет. Да, да что ж ты, драная птица. Смотри, туда не хочешь допрыгивать. Ты что ж такое? Что ты будешь делать? Так. Вот так. Ну, они тут опять появляются. Тут без этого никак. Колокольчики звенят. Продолжаем наш путь. Нашу движуху. А вот хрена тебе. А вот не догонишь. Говно, я здесь. Ушел. Вот таким образом мы... Продолжаем наш путь. Просто по его пупларю. А ну, нажрало тело пупларь такой. Ах, не успел. Так, мы ж можем еще стрелять. По этим сракам. Так, 17 мешочков. Ой, они же падают, ёптель. Классный платформер, очень. Рекомендую, друзья. Так.
честно не помню, что тут делать. А, эти уничтожать, вот эту. Точно. Механизм, точно, шестеренки. Ушел. Да ты посмотри, какая гадость. Какая гадость. Это ваша заливная рыба. Так, мы прошли. Отлично. Превосходно. Ну что, ребята, скоро лето. А лето это... Конечно же, Summer Fest, Game Summer Fest, Килька и прочие-прочие гаврики, которых мы любим, и игровые выставки мы обожаем каждый год. Мы с удовольствием смотрим презентации игровых релизов. Уже, собственно говоря, началось с PlayStation Showcase, с показа эксклюзивов якобы. Да там один эксклюзив был, и то, который выйдет на PC через пару-тройку лет. Ну, это, ну, Человек-паук 2. Хотя уже через годик надо будет прикупить PlayStation. Хотя смысл, пока нету эксклюзивов, ждем что-то действительно стоящее. Ну, Человек-паук вроде бы пока что-то интересное. Тихо. Скелетоны. Блин, они же еще и... Ой. Вообще опасное место здесь. Блин, нож задело. Мы ж такие чувствительные и уязвимые, что... Давай, подыхай, тварь. Что любая костяшка нас просто задевает. Так, давай. Опа. Так, ловушек здесь, блин. Просто ту его куча. Цепляйся. Давай, пацанчик. Пацанчик. Он же Микки Маус. Ну ты... Тварюка такая. Так, собираем. Патрончики. А, подожди, нам же сюда. В трубу. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Очень, кстати, увлекательная игрушка, очень советую. Grad Review плохого не посоветует вам. Ой, блин. Динамика пошла, динамика, ребята. Эх, не успел. Так, или... Ой, успел! Ой, как хорошо. Как уровни меняются. Ну, это классно. Как говорится, не щелкай одним местом, и все будет зъебок. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал Grad Review в Яндекс.Зен. Также у нас есть помощь автору Донат Алерт. Звездочки мы тоже собираем. Играйте в эту чудесную, прекрасную игру. Grad Review советует. Они исчезают. Game over. Ну что, на этом прекрасном месте, собственно говоря... Мы хотим завершить
И все начинается правильно с самого начала. Вот такие вот они. Классические. Вот такой вот он классический ретро-гейминг. Никто не давал вам просто так шанса. Да, три жизни, да. Ну, континуумы немножечко, но потом, будь добр, начинай все с самого начала. Микки Маус, прекрасная франшиза, игровая и мультфильмы. Обязательно к прохождению. До новых встреч. Welcome back.